Всем привет, любители хардкора, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить C12 Final Resistance. Продолжаем спасать Землю от вторжения инопланетян. Вот, и перед началом видео прошу подписаться на канал, чтобы не пропустить дальнейшие атмосферные прохождения игр разных жанров и на разных платформах. Ставим палец вверх. И отписываемся в комментариях, и мы поехали. Так, закончили мы на том, что нам надо взорвать эту стену. Но для этого нам нужна взрывчатка с детонатором, а у нас только есть детонатор. Только детонатор. Как говорил Бэтмен. Где детонатор? Вот. Так. Мы не ходили сюда. Давайте это сделаем. Посмотрим, что здесь у нас. Так, новое задание. Логин, мы только что получили слабый сигнал бедствия. Источник сигнала находится недалеко от тебя. Похоже, это гражданские. Они влипли. Выясни, в чем дело, и окажи посильную помощь. Гражданские, как всегда, влипли. Так, требуется пропуск пришельцев. У нас его нет. Что ты такое? Умри, умри, умри! Что за жесть? Ай-яй-яй, я запутался, короче. Сколько вас тут много-то? Но вылазим. Патроны. Умри. Отлично. Тебе тоже сейчас надаем вообще. Так. Вроде все, да? Закончились. Так, что нам делать-то? Здесь не залазит. Там дверь под какой-то. Что это? Защита какая-то. Что делать-то? Так. Пришло сообщение. Светящиеся растения, которые ты видишь вокруг себя, мы называем кораллами пришельцев. Берегись этих растений. Если они начнут пускать побеги, то вскоре оплетут все вокруг. Имей в виду, что темная разновидность кораллов гораздо прочнее светлой. Богин, где-то здесь была наша огневая точка, настроенная на защиту этого района. Может быть, она еще работает. Вот это кораллы, что ли? Я опять истратил бомбу. Так, погоди. Вон оно что, Михалыч. Требуется пропуск. Так. Здесь не пройти. Может здесь? Еще кораллы. О, вон что. Так, так, кто там вылез? Че это? Дай-ка я с тобой разберусь. О, друзей своих позвал. Да чтоб тебя, столбы. Еще. Умри. Пропуск. Взяли пропуск. Воу-воу-воу-воу. Давайте еще, кто там? Кто еще?
нас просто так не возьмешь. Так, здесь что-то светилось. Чтобы приступить к управлению огневой точкой, нажмите X. Воу! Вот это круто! Смотрите. О! Как я люблю это дело, палять из пушек по врагам. Так, дай-ка я тебе сейчас. Блин, какой резвый. Не попасть. Ну вылазь. Отлично. Блин, еще один. Ах ты засранец. Тоже не попадает. Отлично. О, что-то вывалилось. Что-то у него вывалилось. Все, нет больше никого. Как выйти? Надеюсь, не разбивается с высоты. Так, пропуск пришельцев мы взяли. Так, мы взяли еще отсюда, да, пропуск получается. Детонатор, пропуск, пропуск пришельцев. О, ребят, привет. Что молчим-то? Че, ничего, никто говорить не будет, что ли? Стоят как вкопанные. Эй! Боец сопротивления. Тоже боец сопротивления. Что-то молчаливые какие-то бойцы. Эй, ребята. Что-нибудь расскажете, не? Так. Пропуск пришельцев. О! Спасибо! Большое спасибо! Бог знает, что бы они с нами сделали, если бы не вы! Не думайте об этом. Слушайте, может быть, вы знаете. Где-то здесь, поблизости, должна быть взрывчатка. Да, взгляните! Вот это подойдет! Ее должна была забрать другая группа повстанцев, но она так и не вернулась! Должно быть, это была разведгруппа 1. Спасибо. Отлично, мы нашли взрывчатку. Теперь можем взорвать проход. У нас есть детонатор и взрывчатка. Так. Взрывчатка заложена. Райли, наши сенсоры уловили мощный выброс энергии. Похоже, это связано со взрывом. Будь осторожен. Так, сохранимся. Отлично. Какой-то выброс энергии там сказали. Пулемет. Ох ты ж. Мы уже сталкивались с такими танками. Пришельцы используют их для перевозки киборгов. Будь осторожен. У них очень прочная броня и высокая огневая мощь. Воген! Воген! Ты знаешь, как действовать в такой обстановке. Укрывайся за препятствиями и избегай огня лазеров. И ни в коем случае не забывай о ракетах. Офигеть.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, короче. Я там видел... О! Я там видел... Ай, он меня жжёт. Так, бежим наверх бежим. Там пулемет. Нельзя ускориться? А, надо было щит тогда включить. Бежим. Так, мочи козла. Воу. Yes. Отлично. И? Внимание! Говорит полковник Гришам. Всем бойцам сопротивления немедленно вернуться на базу. На нас напали. Повторяю, на нас напали. Они нашли нас. Не знаю, каким образом, но нашли. Мне нужны все наши бойцы, чтобы организовать эвакуацию базы. Транспорт уже в пути. Отбой. Продолжить сохранение. Не надо. У нас свое. Так, дневник доктора Картера. Наш бункер не выдержал долгого натиска пришельцев. Мы с полковником пытались провести организованную эвакуацию, но при таком количестве киборгов, лезущих изо всех щелей, это было крайне затруднительно. Самое ужасное, что все эти киборги когда-то были людьми. Но я отвлеклась. Райли Воген не участвовал в обороне бункера. Незадолго до этого ему было приказано разыскать пропавший патруль. Он выполнил задание с относительной легкостью, но потом столкнулся с большим отрядом киборгов, сопровождаемых танком. И Райли вышел победителем. Мы с нетерпением ожидаем его возвращения. О, Господи, нам сейчас нужна любая помощь. Воген, здесь доктор Картер. С новыми сведениями о твоем щите. Да, Райли. Мы установили, что это устройство может генерировать электромагнитные импульсы. Достаточно зарядить батарею сверх нормы, и все роботы и киборги, оказавшиеся в зоне действия, будут временно обезврежены. Но не злоупотребляй этим. Батарея может не выдержать и перегореть. Как только последний отряд покинет базу, мы должны будем включить систему самоуничтожения. Для этого понадобится имплант генерала Хэммонда. Спустись в медицинский центр, добудь имплант и возвращайся. Я буду ждать в центре управления. Пароли для входа в туннель есть у Джексона. Поторопись. Так, чтобы перезагрузить аккумулятор щита и произвести электромагнитный импульс, что-то там микс нажать. Так, здоровье пополнили. Что нам нужно сделать, я так и не понял. Сопроводить солдат на склад боеприпасов. Имплантан Хэммонда выполняет. Спрыгнуть в бункер и взять имплантан генерала Хэммонда. Окей. Мы здесь, сэр! Ух ты, что ж ты так орёшь-то? Прям на ухо. Слева! Они слева! Да не ори ты. Ты горластый. Отлично. Так, кто-то там целится. Снайпер. Вперед! Держитесь вместе! Смотрите вперед! Только вперед! Отлично. Зададим им жару! Такие забавные что-то они какие-то. Так, где ты? Отлично, сдох. Так, я где-то здесь проходик видел. О. О, какой живучий. Да чтоб тебя. Управление, конечно, жестокое. Так, больше здесь ничего нет.
здесь? Нет, да, никого? А, мы замочили здесь чувака. Отлично, снайпер снят. Мы супергерой. Воген. Человек-киборг. Уничтожим всех инопланетян. Так. Здесь у нас проходик. Отлично. Так, еще где-то. Здорово. Справились с ними. Что здесь у нас? Здесь у нас аптечка пришельцев 2. Какая-то аптечка. Так. Куда нам надо? Давай, давай, покажем им! Джексон, не отходи в сторону! Ты всех нас угробишь! Так, где? Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Куда идти? Еще проходики есть какие? Ну, здесь нет ничего. Сюда что? Воу-воу-воу! Отлично. Где у нас там снайпер? Воу! Ай, попал. Попал по мне. Так, сюда мы заходили, нет? Нет, здесь мы не были. О, щит. Отлично. Так. Камера, конечно, бесячая здесь. Что у нас здесь? Пусто. Так, здесь тоже нету ничего. Давайте смотрим еще проходы. Воу-воу-воу! Ну что ты там спрятался? Сышка, это страшно, да? Так, сюда мы не поднимались. Сколько добра-то лежит здесь? Аптечка. А. Всего одна аптечка. Что-то мне показалось, там больше всего лежало. Так. Чуваки там сидят у нас. О, отлично. Сэр, мы должны покинуть вас. Нам нужно помочь экипажу сбитого транспорта. Возьмите ключ от склада. Он понадобится вам в водостоке. Удачи, сэр. Это типа наш корабль прилетел. Я уже думал, корабль пришельцев.
Так, открыли какую-то штукенцию здесь. Ракетная установка. Воу. У нас снова оружие. Смотрите, какая пушка. Жесть. Окей. Не будем ее тратить. Пока что. Так, куда нам двигаться дальше? Что у нас за задание? Выполнено. Проникнуть в бункер и взять имплант генерала Хэммонда. Так. Код доступа на базу красный, зеленый. Так, а здесь можно сохраниться. Двигаемся дальше. О, мы вышли за решетку. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пулеметы там. И здесь. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, давайте ракетную установку попробуем. Отлично. Так, что нам вниз надо? Ай! Воу-воу, сколько у вас повылазило-то? О, он еще и с базукой. Так, что здесь? Ох ты ж, ё-моё! Чтоб тебя. Что-то какая-то жесть. Аптечка. Как бы тебя. О! Что происходит? Ты куда ты целишься? Так, у нас там есть какая-то аптечка, да? Аптечка пришельцев. Оу-оу-оу. Так, ну мы хоть ее, это мощь. КП у нее хоть убавляется. Правда. Yes, походу она сдохла. И этот сдох. Жесть. Видите, инопланетные танки. Настоящий ад. Так, как тебя обойти, оббежать-то?
я понял. Код доступа на базу красный, зеленый, синий, желтый. Красный. Так. Смотрите, как он нажимает. Так, желтый. Код принят. Проходите. Попали мы в этот бункер. Воген, новая проблема. Проводка бункера повреждена, и охранные системы вышли из-под моего контроля. Будь осторожен, они все еще активны и могут атаковать тебя. Окей, так, сохраняемся. И на этом я заканчиваю, дорогие друзья, дорогие любители хардкора. Всем спасибо, кто смотрел. Отписываемся в комментариях. Также подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых прохождений. Всем хардкора. Пока.